месячные у японок идут до 70-75 лет. А еще у них самый низкий процент ожирения, практически полностью отсутствуют проблемы с гормонами и щитовидной железой. Самый небольшой процент людей с онкологией, а еще эта удивительная раса живет дольше всех на планете Земля. Вопрос, почему на одной и той же планете одни люди живут дольше, а другие меньше? Средняя продолжительность жизни России от 65 до 75 лет. Японские же старики дожирают очень часто даже до 100 лет. И это не единичный случай, ребят, это статистика. Что же такого знают японцы, о чем они не хотят делиться ни с кем на этой планете? На самом деле ответ очевиден. Японцы – это та нация, которая поедает больше всего водорослей. Да что там водорослей? Они съедают в сутки от 15 тысяч до 35 тысяч микрограммов йода. В то время как мы, например, жители России, съедаем, ребят, от 90 до 120 микрограммов. Если ты хочешь жить долгую и счастливую жизнь, подписывайся на мой канал. Уже больше года я занимаюсь бурыми морскими водорослями. Похудела на 12 килограмм, собрала команду в 19 тысяч человек, и 8 тысяч человек получили очень крутые результаты по здоровью. Подписывайся!